Всем привет, глубоко уважаемые доны и миллионеры ВК-Коин. ВК-Коин продолжает развиваться в наших умах и сердцах. Уже миллионы человек играют в эту увлекательную игру, которую подарила нам социальная сеть ВКонтакте. Многие уже вовсю продают и покупают новую валюту. Некоторые думают, как улучшить и сделать более интересным этот сервис. В группу пришло предложение сделать новый ускоритель, комплекс дата-центров. Предложение довольно интересное, так как после ускорителя дата-центр, приносящего майнеру 1 коин в секунд, появились непокупные ускорители за регистрацию в ВК-Пэй, приносящие до этого невиданные 5 и 10 коинов в секунду для майнера. Не все могут пройти идентификацию в ВК-Пэй по разным причинам и получить 10 коинов в секунду за регистрацию расширенного аккаунта. К примеру, мне пришел отказ. Поэтому для уравновешивания шансов на заработок неплохо бы иметь новый мощный ускоритель. После размещения записи в группе появились первые положительные отзывы об этой идее. Осталось только, чтобы наши пожелания были услышаны и учтены при дальнейшем развитии игры ВК-Коин. Конечно, об этом может писать каждый из нас. К примеру, можно зайти к разработчикам приложения в группу и оставить просьбу добавить новый ускоритель комплекс дата-центров. Кому лень писать в группах, можно просто запостить картинку. Ссылка на картинку будет в описании к ролику. Таким образом, я думаю, наши предложения могут быть услышаны. Как раз пора бы уже ввести что-то новое. Всем пока. Спасибо за просмотр.